нью-йоркское издание журнала Time Out составило список самых популярных среди киноактеров фильмов. Среди опрошенных были такие артисты, как Жюльет Бинош, Энди Серкис, Мартин Шин и другие. По результатам опроса был составлен список из 100 картин, который возглавила комедия 1982 года «Тутси» с Дастином Хоффманом в главной роли. В первую десятку, в частности, попали фильмы «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, «Убить пересмешника» Роберта Маллигана, «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона и «Таксист» Мартина Скорсезе. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!